оберегие. Бывают претензии, но... Да, текстильные, вепские куклы делают. Люди, думаю, это претензии ко мне. Которые работают с текстилем, люди делают... Рабочий кэнон, который... У меня есть настоящие вепские куклы старинные. Мне кажется, что третий март решил шикарно. Ну, у нас попроще. Третий март Николас, извиняющий резко. Знаете, что... Это ваши вещи, нет? Вы помните, дервиши они продают? Костюм дервиши. Никто не спрашивает, а почему я должен именно это брать? Если ты человек, приехавший в страну, интересующийся ею, ты понимаешь, почему ты это должен брать. Если вы мне дадите 100 рублей, я смогу сюда, взять 100. Да, 100, алло? Пожалуйста. Дальше я добрый вечер. Я поднимусь и... Угу. Я попробую вам сейчас. Ну, там вот что-то интересное. У нас случилось... Да, это Мария Собака. Мария Иванова, вы можете прочитать. Там не очень грамотное место. А вы можете мне написать? Если у вас просто в чеке будет написано, то достаточно. Ой, замечательно. У всех есть, в принципе, вот видите, автостатейный, там прямой непонятный.